показываю вам свой эквестрис, который полностью распустился. Вот такая вот веточка. Но было куча бутончиков на кончике, и он их весь все сбросил. Я так думаю, это по моей вине, потому что я его пересушила, я не вовремя его полила. Вот. Ну, он доращивает цветонос. И на кончике там есть бутончики, так что я думаю, что он процветет. Тут были бутошки, он все поскидывал. Там было еще красивее. И тут у меня, значит, видите, по бокам, не там, где сухо, а дальше. Значит, там что-то у него тоже растет. Зелененькие, ну, как бы деточки. Вот такой вот эквестрис. И твинкл набирает цветение. Видно, что он будет красным. Или бордовым, не помню, я его покупала как красным. Такие вот бутошки я его поставила под лампу, чтобы быстрее пошел процесс. Так, тут у меня на гидропонике семена, я пробую. И тут я хочу вам показать, значит, зацветает моя орхидейка под названием Sexy Pink. Но, как выяснилось, у нее совершенно другое название. Покажу, как она цвела в прошлом году. Вставлю видео. И вы мне поможете. Кто сможет, тот поможет определить ее настоящее название. Очень красиво, очень круто цвела. Так, ну, вот такое вот кратенькое видео на сегодня. Эквестрис меня радует, когда он перецветет. Я думаю, что мы будем отделять вместе с вами детку и садить ее в кору, чтобы она адаптировалась к коре. Пересадим ее. И все, будет она самостоятельным растением. Всем спасибо за внимание. С вами была Ирина. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. А также подписывайтесь на инстаграм. Там много фото и коротеньких видео, которые вы не увидите на YouTube-канале.